Хороший старт – это лишь малая часть успеха в гонке. Все трудности впереди. Сложную трассу нужно не только пройти быстро, но и точно. Каждое невыполненное задание грозит штрафными секундами. Опытные водители поговорку «тише едешь, дальше будешь» уже давно опробовали на себе. Лучше аккуратно ехать и все. И потом главное правильно. Время ладно, главное, чтобы правильно. Потому что за каждый сбитый столбик почти 100 секунд добавляется. Лучше правильно проехать. Соревнования по скоростному маневрированию проходят в 9 этапов, один из которых теоретически на знание правил дорожного движения. Остальные – только практика. Алексей Коновалов в заездах участвует уже 5-й год. Водитель говорит, что в каждом заезде многое зависит и от внешних факторов. Занимали призовые места. Сложность в этом году дала погода, добро. Те года каждый год был дождь. В этом году, я думаю, все будет хорошо. За прохождением этапов следит коллегия судей. Одни находятся непосредственно на дистанции, другие заняты подсчетом времени, который пилоты затратили на прохождение. Каждая фишка – условные препятствия. В реальных условиях такие преграды могут стоить пожарным драгоценного времени не только. В реальных условиях это получается, что машина корпусом куда-то, получается, втыкается и, естественно, получается повреждение. Поэтому в первую очередь судьи на этапах обращают именно на это внимание. Суда докладывают в судейский штаб, здесь уже снимаются штрафные баллы. В этом году в турнире принимает участие команды из Кустаная и Рудного, а также Кустанайского и Алтынсаринского района. Практических этапов, или, как говорят сами пожарные, фигур, 8. Это змейка передним и задним ходом, колея, круг, пеньки, остановка, парковка в боксе, а также развертывание. Один из самых зрелищных и сложных этапов – это боевое развертывание. Здесь необходима работа всего экипажа. Только на себе можно почувствовать всю сложность работы пожарных. В реальных условиях водитель помогает развертыванию боевого расчета. Здесь также необходима специальная подготовка. В среднем огнеборцам требуется на развертывание не больше минуты. Если за дело берется новичок, процесс может затянуться. Для новобранцев у пожарных есть своя особая традиция. А сейчас будет посвящение! Я хотел сказать, сейчас было посвящение пожарное. Хоть немножко освежился. Дмитрий Гуренко, Андрей Деминок, РТН.